Найбільша моя мрія, щоб швидше закінчилась війна, щоб ми поїхали домой. Слишком тяжело, конечно. Все то, что ты строил, делал, кинул и куда-то ехать, переезжать, это слишком тяжело. Когда началась война, мы еще год там жили, была у нас еще работа. Целый рік мы прожили под этими обстрелами. Конечно, страшно было. Другий раз идешь на работу, но гупая. Ой, блин. Сейчас воды попью. Фу, чего это? Ну. Типа. Типа. Ну, наше село Тимновичи не сильно далеко от Картуна находится. Это где-то 5, может, ну, до 6 километров больше не будет. И там всего 3 человека осталось в селе. Ты кто никуда не выехал. Самое последнее, наверное, что мы выехали. Потому что. Там же, я же говорю, что уже неделю без света сидели. Света нема, телефона не зарядишь. А как ночь начинается, так начинаются обстрелы. Раз я так и не поняла, думала, у нас люстра с сосульками. Аж на сосульки попадали. Ой, ну я думаю, что это важно, что война дотрималась правил, чтобы не было нарушений этих конвенций. Чтобы не ущемлять права человека. Чтобы не унижать человека. Найбільша моя мрія, щоб швидше закінчилась війна, щоб ми поїхали домой. І все. Більша мрія. Тут теж ж неплохое село, і люди тут хороші. Все одно домой хочеться. Хоча б одним глазком подивитися, що там. Ой, все. Все.